Одним из самых любимых брендов нашей компании является бренд Сибон, чье производство находится в Японии. Бренд Сибон выпускает три основные линейки по уходу за кожей, которые относятся к косметической группе. Специалисты лаборатории Сибон очень большое внимание уделяют разработке каждого средства. Вся продукция компании разрабатывается в собственном научно-исследовательском центре. Также компания Сибон имеет 113 салонов красоты по всей Японии. Отличительной чертой бренда Сибон является применение акулевого сквалана в каждом средстве этого бренда. Первая линия, с которой я хочу вас сегодня познакомить, это линия Концентрат Плюс. Это антивозрастной уход на клеточном уровне. Уникальность линии Концентрат Плюс заключается в ее удивительной способности замедлять процесс укорачивания теломеров. Теломеры – это такие участки ДНК цепи, которые участвуют в делении клетки. Продолжительность жизни клетки нашей кожи неразрывно связана с величиной теломера. Ведь чем длиннее теломер, тем большее количество делений способна совершить клетка. Когда теломер сокращается до критически малой отметки, клетка умирает, она уже не способна делиться. Применяя в ежедневном уходе линию Концентрат Плюс, вы продлеваете жизнь клеткам своей кожи. Линия Концентрат Плюс предназначена для ухода за зрелой кожей. Она способна восстанавливать поврежденные клетки ДНК. Она борется с морщинами, корректирует овал лица, улучшает цвет лица и текстуру кожи, а также глубоко увлажняет и питает. В состав линии Концентрат Плюс входят такие активные ингредиенты, как дрожжевой экстракт, лизат гидролизованных дрожжей, экстракт алярии, стволовые клетки ромашки, гиалуроновая кислота разного молекулярного веса. При производстве наших средств используется уникальная технология разбивки компонентов лазером до мельчайших частичек. Линия Концентрат Плюс представлена 8 продуктами, среди которых двухэтапная система очищения кожи. Это демакияжный крем и пенка, 2 вида лосьона, 2 вида сывороток, крем для области вокруг глаз и универсальный крем для кожи, который подходит для применения утром и вечером. И каждый из вас может подобрать что-нибудь для себя на нашем сайте, ссылка на который находится в описании.